кошки обладают огромным диапазоном этих звуков. У них огромное их множество. Более того, можно считать, что это практически, ну, в прямом смысле, язык. Кошка может общаться так с другой кошкой, она может разговаривать сама по себе, как и человек, там, бормоча что-то под нос или напевая песенки. Например, от нервов, от какого-то возбуждения. И это абсолютно нормально. Смотрите документальный фильм «Кошки» из цикла «Джуманджи. Животные в мегаполисе» на канале «Наука 2.0».